Так, бомболюк заварили. Все, им перекрыли. Они живут на трубах, значит. Поехали! Орлы! Поехали, что тебе можно? Поехали, дед, блядь, ты что? Там мешки, блядь, не стучатся. Здравствуйте! Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом. Женя, Света, вам спасибо за машину, ребят, купил мячик. Вчера хули, как вы уже знаете, зазря сгонял в Екатеринбург, блядь. Ну хоть мячик, блядь, купил нахуй. Да насос купил, на флагмастер заехал. Едем. Сейчас гостинчик идут, ребят. Сейчас, минуточку, подождите, мне немножко есть подручно у вас, блядь, как бы. Так, сейчас я сюда покладу мячик. Так, во фрукты положим. Я извиняюсь за качество съемки. Блядь, сегодня, ребят, еще машину, колесо спустило, блядь, сейчас качал, заебался подкачивать. Сука. Не знаю, что колесо мозга ебет. Ладно, ребята. Спасибо всем огромное, что помогли. Детишка. Детишки будут в углу гонять. Будут рады. Там кто, блядь, пишет там, типа, вот у них воспитатели забирают. Зайдите в группу ВКонтакте, посмотрите фотографии, дети там довольны, кушают. Если вы так делаете, то это не знаю, что я так должен делать. Как бы так, ребят. Снимать детей, ребят, не снимать детей, как бы, нежелательно. Здравствуйте. Там детишка мячик купил. Ага. Так, мячик вот, там насос. Ладно, все, пускай. Давайте, до свидания. Ну все, ребят. Поеду я. Ребят, еще что хотел интересно. Там ссылочка, админушка вставить, не ссылочку. Письмо. Ребенок сказку написал, ребят. Посмотрите про меня. Ну, я так думаю про меня, а так-то про нас, про всех. Админушка вставит. Давайте. Все, Мишка, Мишка, блядь, паскудник. Давай, иди, садись. Вот, сука, Мишка. Мишка, залупышка. Здорово, Мишка! Ну что, поедешь со мной сегодня? С бомжам жить, нахуй. Садись в багажник, нахуй. Поехали быстрее. Все, ребят, включим сейчас. Все-таки приехали до Рыжика, пока машину не поменяли. Сейчас предупредим, чтобы он, сука, ждал, если он здесь, конечно, блядь. Мишку пока оставлю с ним, чтобы он охранял его. С Рыжего, нахуй. Вот, блядь, тропа, нахуй. Не зарастет народная тропа, блядь. Я вижу, блядь, к деньгам нахуй, ребятушки, к деньгам. Сейчас посмотрим. Падла опять рыжий, наверное, блядь, убежал нахуй. Куда? Да хули они обсирают у дороги-то, блядь. А что, Миша, здесь ни разу не был, что ли? Я здесь ни разу не был. Блядь, у рыжего ребят столько этих, блядь. Дислокации, блядь. Дач нахуй. Ебать, кто там говорит, что бомжи, блядь, бесуют? Нихуя вот рыжего, смотрите, сколько точек, блядь. У меня у самого одна квартира, нахуй. А у них, блядь, везде, нахуй, жилье. Сейчас поглядим, нахуй. Танька там уже звонила, ребят. Танька уже ждет, нахуй. Киса звонил. Ребят, киса при телефоне. Так что, по ходу дела, скоро кису будем списывать, нахуй, соседкой. Они уже не бомжи. Нихуя у него тут бункер, нахуй. Рыжая паскуда, смотрите, блядь. А с кем-то там? Так с дедом, наверное, хули. А? Сейчас. А? О, блядь, нахуй. Рыжий паскудник. Берите пузырек пока, ждите, мы сейчас до малыша машину поменяем. Ну, и приедем. Я приехал, приду, чтобы вы не снимались. Как его? Есть это? Курить-то в машине. На машину пошли, дойдем. На, дед, держи. Здорово, дед. Здорово. Дед, блядь, белок. О, ёбаный, они фраера, блядь. Ну все, ждите. Пошли. Будьте не гудите, я сейчас машину поменяю на малыша, поедем на 101-й, нахуй. Да кресло-то откуда? Оттуда принес, что ли, его? Оно у меня второй год и все. Да, да, че? Да? Да, он оттуда, с поворота. Ну что, вообще, паскудник, как дела-то тебе хоть? Ну сейчас похмелитесь. Ждите, если до малыша машину поменяем, понял? Да. Пятерку эту возьму и помчимся. Я просто приехал, тут другу съебетесь, блядь. Ты же паскудник, хули, не сидишь на месте. Я этого не видел, пузу? Нет. Его, блядь, вчера в больницу к нему поездил, сука. Приехал в ебур к нему. Его выписали, падла, блядь. Зря съездил. Позвонил, главное. Он думает, пошел в ебур, блядь. А ему сказали это, врач сказал, как его. Дали ему 50 рублей, позвонили, чтобы он доехал до автовокзала. На автовокзал позвонили, сказали, чтобы его бесплатно, понял? Вовчик, блядь, такой фраер, нахуй, в курточке. Эля, ему курточки там выгнала. Чего вот такой грустный-то у тебя? А? Похмелишь, что грустный такой? Ну, что, думал, я уж не приеду, что ли? Меня вот так штормит, блядь. А, Вовчик, ты что думал, что я не приеду, что ли? Ты вчера это,
Не икалось тебе вчера? Вчера? Я вчера, да, блядь, матерился, потому что в ёбур просто так съездил, блядь. А что это случилось? А мы, блядь, у нас вчера воскресенье было. А, блядь, ебать. Мы до 8 вечера. Вовчик, слышишь, что? Сейчас тогда я тебе дам сразу водочки, ты припрячешь здесь у себя, а? А то это, то оттуда потом опять приедем, тебе опять не достанется водки, блядь. Танька, а у тебя... Встань, поедет? Нет, зачем? Вовка, где подождешь сейчас? Я у вас здесь буду. Но, ну, я... Ты не убежишь опять. А к чему он убежит? Ёбнулся. Я... Вовчик, надо денег же, блядь, ему денег дам потом. Сниму денег. Да, Вовчик? Скажи, куда мне? Я сразу сюда нахуй заныкать, иначе там, блядь, да. Начнется нахуй. Я тебе, Вовка, слышь, я тебе свистну, когда подъедем. Ты приедешь, ага, с дедом. Я, блядь, смотрю нахуй, блядь, машина, блядь. А я тебя не вижу там. Это же мне, блядь, ты что, Сёбурга подарили, ты не помнишь, что ли, приезжали тебе? Машина, блядь. Новая. Ну, думаю, да нет, говорю, где-то ты не пахал, на своей же будет ездить. Сейчас, он, на своей шашлайке, сука, момент, паскудник сказал, блядь. Так, Вовчик, смотри. Так, яйца-то потом тогда. Так, раз, сейчас есть ли там? Два. Ну, все, это прибери тогда, сейчас есть. Патроны, да? Так, пошли себе там. Боевые. Так, это Вовчик. Тебе и деду. Саня, Вовка, и Христос воскрес нахуй. Да, воистину воскрес. Сегодня это Пасха. Пасха. Так, Вовчик, на-ка. Блядь, сука, все сам. Давай сюда. На, дай ему 4 пачки. Неси сразу. Ага. Чтобы а то, блядь, Вовчика бедного оставит, блядь, без всего, блядь. А чё тут раз нахуй, нихуя не там, как начали глушить, да ебать его, вот я охуё, блядь. Кто? Да, блядь, не на столбике, и Танька нахуй, блядь, как обычно, ну, нахуя чего-то клеить начала. А-а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 . Наклеил их криво, блядь, я говорю, обрываюсь, давай обратно. Дай ему 4, дай ему, Вовчик, неси тоже. Блядь, нахуй, короче, давай переклеил. Пачку Вовку возьмешь с собой, а остальные 3 спрячешь там, ага. Ну все, вообще, давай мы сейчас до малышего, я тебя свистну. Да. Ну все, давай, все, туда придем. Танюшка выходит на... Здорово. И на арену выходит Танюшка. Здравствуйте, Танюшка. Как дела? Нормально. Че, будем светлую краску сегодня? Кого? Ксетку. Да. Ну все, краску взяли, поехали, да? Ты че вот это взял? Этому собачки? Да, собачки взял. Там еще пальчики там маленькие наши. Ну что, Таня? Погода мерзкая. Ну вон, выпей там, водочка лежит, ебани. И погода станет хорошая, красивая. А. Да, Танюшка? Все, Рыжик нас ждет, сейчас Рыжика заберем с дедушкой. Кися там ждет нас там. Кися звонил тебе, нет? Звонил. Ну, давно. Че, куда мне сейчас звонит-то? Мне опять. Ну, он их стал. Косарь денег, короче, на сим-карте. Симка заблокирована. А кто ее кинул, косарь? А? Пашка кинулся. Да? Это Пашка. Вот змеюга. Я думал, блядь, он не общается, он Танюшке там кидает, походил зарплату. Так я даже не просил, а что? Да? Так. Нихуя себе, там забыл. Андрюха сказал, что если пока, говорит, пьяный не перестанешь, говорит, звонить ему. Он тебя не заблокирует, не разблокирует тебя. Че, пьяный названиваешь ему? Я ему не названиваю. Он сказал, пьяный. Я палюсь хуй просто. А? Он мне сам звонит, я палюсь. Он уже понимает, когда я пьяная, когда нет. А, все, понял. Все, да дай пять пьяных, да дай пять пьяных, да сколько пить можно? Это сука, Танька пьет и пьет нахуй. Скажи, сколько нужно? Так да? Ничего у меня не дома, ничего нет. Интернет нет на телефоне, так сейчас еще его нет, он так ничего нет. Телевизора же нет. А я тебе сообщение написал, что да, приеду. А ты это? Приехал. Приехал на брата родного. Не знаю, здесь не здесь паскудник. Что-то красное там у него, блядь. Брат родной! Андрюха! Сука, нет, ребят. Ну все. Поехали, сейчас еще, ребята, едем. Перед тем, как Рыжего забрать. Вот там вороны здесь сидят. Бля, ребята, ну может посмотреть, может помер, поди, блядь. Сейчас ребяточки посмотрим все-таки. Что-то вороны, блядь. Поди, с помер его едят на вороны. Тара-тара, блядь. Да нет, никого нету. На, что начал рассказывать, ребят? Поедем, сейчас доедем до этого. Посмотрим на Андрюху. Бомбалюки, не бомбалюки, ребят. Доехал, не доехал ли вообще? Посмотрим. Как бы так.
потом с рыжим и на 101-х. Рядушки, ну что, приехали к Андрюхе. Так, что, не здесь он, блядь. О, бомболюк заварен, нахуй. Так, бомболюк заварили. Все, им перекрыли. Они живут на трубах, значит. Вот здесь живут. Вот здесь, ребята, он в костер упал. Андрюха! Нет. Ладно, поедем сейчас до того бомблюка, что там гудок должен дать, ребят. Если он там, нет, он до рыжих. Все, заварили в люке, хули. Я вижу, вон, спальник сделали, на батареях спит что-то походу. Ну, так, заваривают и так, не шибко. Видите, веревку они срывали, блядь, буксир. Ладно, ребят, поедем сейчас еще до того доедем и потом до за рыжиком. Да, Мишка? Конечно. Вон все эти вещи, телевизор разборный. Ребят, ну что, приехали к этому, посмотрим, бульдог не здесь, нахуй. И вообще, кто тут живет сейчас, нахуй? Кто тут рыжика выгнал с дедом, нахуй? Нет, бульдога нету. Бульдог! Есть кто живой? Дедушкина UFC кепка, что ли? Земля села. Так они тут стоя уже начали ходить, блядь, понимаешь? Стоя можно было находить. Высоко. Ладно, ребят, ну все, поехали до рыжего, хули. Все попытки сделали, бульдога не нашли. Сука, звезду экрана не нашли, нихуя. Ладно, сегодня Мишка будет за бульдога. Да. Да, будет сегодня... Танька ему письку накрасит. Рыжик! Бля, пойди, сука, нажались уже, ребят. Дал им три пузыря, наверное, нажались, и все. Ребят, у нас, короче, сегодня крестный ход. Ну, сегодня же Пасха, ребят, всех с Пасхой, кстати. Христос воскрес, ребят. Ну, видео будет позже, но ничего страшного. Ну, знаете. И у нас люди ходят, у нас весь обед перекрытый. Так что поедем. Хуй знает, как поедем. Мы поедем. Как-то выедем. Сейчас запарились проезжать это все. Сейчас рыжик там с дедушкой уже, наверное, похмелились, блядь. И поедем. Помчимся. На арене хутором ранним. А, сейчас у рыжего спросить, что он, сука, здесь-то почему живет-то, паскудник. Не знаю, ребят, что вот у него, блядь, на улице у нас прохладненько еще ночами, там минус всяко. Эти падлы живут, нахуй. Также вот про Андрюху, ребят, вот к тому, что живучие. Пиздец, человек сгорел, нормальный бы человек, наверное, помер, а он, видите, блядь, еще живет в грязище, все, живут. Тропиночка такая, листья подметённые, видите? Боком, ладно. Смотрите, да? Шик-шик-шик, кого-то подмели. Ну что, ребят, как? Делаем ставки, здесь, не здесь. По бодиводке я привез, они сказали, получили свое. Хули нам еще надо? Нет, костры жгут на. Отопление на. Ну что, бля? Я свищу, блядь, они... Поехали, орлы! А чё, мне это тоже можно? Поехали, чё тебе можно? Поехали, дед, блядь, ты чё? А чё? О, рыжий фонарик сейчас зарядимся. Поехали, дед, костёр притуши. Чё, пыль, а? Там прогорит, нахуй. Да? А, блядь. Дед, да. Сумку, нахуй. Прячь. Зачем? Вот мы сейчас уедем, нахуй. А туда я ее положу. Ты водку спрятал? Спрятал водку-то хоть? Да. Ты что разбросил ее, блядь, здесь? Я думаю, хули. Дед, снимай сумку. Сейчас сниму. Иди куда-нибудь, дружище, прячь, я тебе с камерой не снимал, то люди потом придут, сейчас писят еще, увидят. Вот, ребятушки. Орешки щелкают. Курица. А? Курица тут. Че за курица? Куда ты потащил-то? Туда. Туда уберем. Прятать, нахуй, все в схрон, нахуй. Бля, ребята, извиняюсь, опять сморкаюсь на камеру, ребят, ну заболел я нахуй. Это вот бомжики не болеют, нахуй, ни рыжик где-то не болеет, нихуя. Нихуя, сумку, говорю, открывай. Бля, дед сегодня, блядь, что-то это, нахуй. В кроссовочках беленьких, нахуй. Рыжи, ты под маму, что ли? Вот, который так назвал. А, да, вот, ёпта, точно. Лакоста, нахуй. Эля, спасибо, нахуй. На, иди, а вы что, я не понял, съебались из тепла-то, блядь, сюда, нахуй. Куда?
Ну, и бомбарюка засыпались. А хули там уже жара нахуй. Да? Жарко? Конечно. Куда нахуй? Там трубы вот такие нахуй. А, блядь, да. Так, больше тут ничего такого нету. Не, я... Ножик, хуёжик, убирай. Дедушка, тихо, блядь. Рыжик, конечно. У Рыжика свой сейф есть, нахуй, да? Че, дед, хоть похорошел, нет, похмелились хоть? Да. Все, заебись. Да оставьте здесь ее, там в машине есть у вас. Оставь, потом приедешь, попьете нахуй. Я вам специально Вовке дал, чтобы это... А то обычно приезжаем, блядь, уже водки нету нихуя, все выпивают. Вот у вас хоть осталось. Сейчас гоняем нахуй, да? Че, спина что ли? Пошли, дедушка, пока Вовка догонит, он молодой нахуй. Дед, кстати, Иисус воскрес нахуй. Поищи, ну, о, блядь, там яйца вам привез. По яйцу сидите. Спасибо. Пошли. Вовка догонит нас нахуй. Пойди. Че, блядь? Я-то думаю, этот пацан поедет с тобой еще. Не, так он поедет. У вас там есть Танька? Вам как раз хватит. Места-то не хватит. Да все хватит, да не переживай, деда. Ты что, Таньку на шишку посадишь, нахуй? Да хуй на мишу. Рыжего под мышку, нахуй. Таньку на шишку, нахуй. И все, нахуй. Сыка, деда, шапка такая-то, блядь, модная опять, нахуй. Как? Вовка! Ты же привет. Ну, я говорю, модная. В натуре, дед, что ты, блядь, Таньку на шишку, нахуй. Вовку под мышку, нахуй. Я уже все, отъебся. Или наоборот. Вовку на шишку, Таньку под мышку. Нет. Тоже нет, хуя. Уже надо. Или ложку привязывать, или... А ты, Трас, нихуя в прошлого эти-то... Карандаш. Как там, в позатого воскресенья танцы-то нихуя к Таньке там за титьки-то щупал ты ее, блядь? Я помню. Не помнишь? Когда один-то, блядь, в кепочке танцы-то устраивал. Нихуя, говорит, у деда, блядь, зашевелилось нахуй. Да мы хули пошел, я вчера, пошли мы. Мы тебя вчера ждали. Ну, у меня Вовка сказал, что, блядь, перепутали день-то, блядь. Перепутали, нахуй, не знаю. Че, я говорю, или суббота, или воскресенье. Мужика спрашиваю, че, говорю, сегодня? Ага. Суббота или воскресенье? Он говорит, суббота. Ну, сука, вам надо календарь купить, наверное. А мы тебя материли. Ага. Думали, мы воскресенье. Вот, блядь, ребят. Хуй там воскресенье, сука. Суббота. Матершинники, блядь. Я думал, что у меня вчера, блядь, все горит, нахуй. Уши горят, блядь, матерят меня, нахуй. А мы-то думали, что в воскресенье. Да нет, дед, что, я сказал же, блядь, приеду к вам, ты че хуй. Так я знаю. Если вы самое главное будете на месте, и все, а так, а че, привет. Так, что это? О. Все, Танюшку давай, на шишку, нахуй, сажай. Ой. Далась, нахуй. Дед, блядь, пердед, нахуй. И снова дедушка, блядь, Танюшка, блядь. Дед в белых кроссовках, так что аккуратно, нахуй. Не заморай. Мы, говорит, не влезем все. Я говорю, сейчас Рыжа бежит. Я говорю, все влезем. Танюшка, говорит, на шишку. Женька под мышку. Нет, не нахуй не буду. Сейчас Вовка там прячет Вовка. Все это. Прячет. Богатство свое, блядь. Там водки, так что. Три магнитофона, да? Да нет. Сейчас дедушка тебя, блядь, после танцев-то нахуй. Каких танцев? А ты не помнишь, что там... Ты не помнишь, что ли? А-а. Нихуя... Чуть не приткнул, блядь. Не воткнул нахуй, Танюш. Дед, блядь, пердед, блядь. Дед, говорит, блядь, ложку привязывать. Блядь, зашевелилась нахуй. Да хули уже 70 лет не делать, да, ну так хоть не выебай, да хоть пощупай, да, скажи, дед? Хоть не выебай, да хоть пощупай. Сейчас, дед, зонтиком, а, я думал, фонариком. Рыжик, где ты был? Залазь. Бля, да я думал, ты чище, бля. На базаре водку пил. Ветер дунул, я на прилавке упал. Рыжи, дед хотел тебя на шишку, на мишку, под мышку, нахуй. Че ты, телефон дальше? Пацанам. Ладно. Это назад часть. А это что? А это а там зарядишь у себя на Рефтинской. А, и принести, да? Ну, о, блядь! Ну все, ребята, поехали на 101, да? Ребятушки, блядь, камера пиздец наебнулась. Приехали, собачки нас ждут, нахуй. Сейчас собачек покормим, блядь, ребят, все, камеру, нахуй. Павел Васильевич, надо будет брать, наверное, кредит, блядь, на камеру, нахуй. Иди сюда, собачку ждала. На, Танюшка, открывай, нахуй. Все, ребят.
А где сюда, где собаки-то сбежали? Рыжик, иди кушай нахуй. Ладно, пошли. Все, не отвлекай. Нет, не стесняются. Там бабушка вон гоняет их. Вон, с метлой. Сейчас она Танюшку будет гонять. Вон она, смотри, она тут уже. Так тихо ты, пакет-то не сожри, блядь. Что ты делаешь-то? Миш, когда ты уже поешь? Как раз обед. А, ты худеешь, нахуй. Все едят нахуй. Ну пошли, девушка, тогда взводку возьмем. Ты в гости. Там яйца же. У меня. Это яйца нам. Яйца вам будут. Так, тебе заменим пару пачек. Дед, тебе носки рыжий отдал? Да. Все, деда, тебе. Так, пачка им. Так, коконьки держи. А куда это? Пусть лежат у тебя. Так, ну им ты дай хоть по еду, возьми, что ты прям, дедушка, не ругайся, ну. Что ты такой жадный? Танюшка. У тебя, блядь, курица есть, она. Ну, Танюшка, на это тебе кисточки. Красавица. И краску. Все, вот такое там пока. Давай. Я, говорит, не мерзну, смотри, зубами скребет. Да хули деду уже 70 лет. Да, он рыб читает, да, дед? Да. Да, закрыл, все, поехал. Дед, ты вообще, блядь, фраер молодой, блядь, такой, нахуй. Топчик. Да не смотри, что с бородой, да? Скажи, а типа как с молодой. Все, блядь. О, палочка стоит, наверное, дедушка с водой пошел, наверное, опять, блядь. Он что, в последнее время проворонивает, нахуй. Помнишка, блядь, не стучится. Здравствуйте! Все живые. Христос воскрес! Да. Моисей воскрес! Привет! А? Привет! Ты что? Каково, а трубку не беру? У меня связи нет, я заблокирована. А, Светка, воду принесла? Я тебе говорю, заблокирована. Воду принесла? Нет, у тебя связи. А? Ты? Привет! Мне заблокировали. Ты, родная, я тебя набираю, да? Отвечает мне дочь, что я почему-то по телефону. Какая моя дочь? Кабель на самом деле. Че, воду то есть красится, мы краску купил тебе. Ты что, будешь здорово, ты не будешь? Здорово, батя. О, да. Батя. Кися, блядь, ты что, воду не принес, блядь? Как сетку красить-то был? Идет вам. Красить? Кися, блядь, пьяненький же. Да не пьяный, подскажите. Есть вода? Ну давай раздевайся, красить будем, накрасим, да пошли дальше, блядь. Нам тоже некогда, блядь. А будет, ты что не говорит? Номер-то твой же. Она не моя дочь. Это знакомая. Серка, холодно что? Этих костром пахнет, блядь, дуже. Что ты делаешь? Не отпали, смотри. Нормально, мы на улице. Не отпали. Не отпали, нахуй будет. Ну давайте, проходите. Такие сюда, что ты? Воды принес, все? Я принесу сейчас. Давай, закуски на стол, нахуй. Яйца, Христос воскрес, нахуй. Вода есть. Есть вода? Ну все, сейчас. Стык-стык. Да, стык-стык, все, блин. Танюшка там умеет? Не по-твоему? Сейчас дед по-своему наклеит, нахуй. Все, у меня было в каких-то... Это надо идти отсюда. Так отсюда, отсюда, чтобы вот эти не видно было. Они отсюда шли, видишь, их видно. Это просто... Пока а ты чего воруешь-то? Воруешь, так тебе пока достучишься. Так удушил, хули. Надо другой рулон. Дальше другой рулон уже брать, другим цветом. Не, есть еще. Не надо. О, Светка разговорилась. Светка, ёб твою мать, тебе, блядь, с Австралии, Катя, блядь, будет каждые две недели в воскресенье тебе будет денежку отправлять. Скажи спасибо ей. С Австралии. С Австралии, австралийские доллары тебе. Спасибо, Катя. Света, она хочет, потом я тебя поспрашиваю как-нибудь, хочет узнать про тебя, как там дети, видишь? Ты вот так вот, даже тебе с Австралии начали, блядь. Ты только знаешь, что? Только потом маленького это увидишь, ну вот белье, блядь, новое, вот и все. Чтоб позировать как-то. Нахуя позировать-то? Там девушка у них, она просто в Австралии живет, говорит, мне Светку жалко. У нее, видишь, даже ногти, маникюр-то сделан, что грязевой. Кися, ты давай на стол накрывай мужикам, а Светку сейчас будем красить, нахуй. Белый цвет я покрасил, там краску купил. Да, Оля, я тебе купила красочки, нахуй. Так что вот, блядь, видишь. Два раза в месяц буду тебе отправлять, и вот буду приезжать, ну, нету, это, такую сумму поменьше будет, но буду отправлять, поняла? Ну тебе пофиг. Так что, ну, киса, блядь, скоро у тебя может появиться кто-нибудь, блядь. Не, тайная поклонница. Что ты, блядь?
Что, сказали, блядь, кисиным голосом фильм озвучивать надо. Левитан, нахуй. Фигурировать надо. Левитан. Давай, если что, на мясо надо сразу, хули, где у тебя значки-то есть, нет? Я хочу вам очень захмелиться, блядь, спирал. Ты, блядь, пьяненький уже, блядь. Сетка, ну-ка давай организовывай, пока Танька краску будет мешать. Тань, ты что краску-то? Сука, снег пошел опять, ебаный. Снег? Ну, у меня, вон, у нас машина холодная, это резина зимняя, так уедем. Че у вас так холодно, как вы не замерзли? А кошка нахуй. Сетка, давай, где? Тарелку, Танька, печатки не бай, краску давай. Давайте, блядь, да, ничего. Мне надо вот это тапочки, я что, не буду в комнате ходить? А чё, киса сейчас ковер, блядь, киса он сам в обуви уходит, блядь. У него домашние тапочки, наверное, киса не реви, хуй. Да, блядь. Домашние тапочки. Я от Татьяна Борисовна раздеваться привыкла. Блядь, да раздевайся до гола, Танька. Так. Может, у деда опять зашевелится, нахуй. Форме купать. Ну, понятно. Нет? Пошли вы нахуй, скажи, да нет? Сердечко топкает, нахуй, и все, ёпта. Вот утром. Ну, чё ты? Ты сегодня утром же, вот. Где он, бери. Я говорю, мне Татьяну, я могу. Дайте мне тапки, в которых я вчера тогда была. Клеили типа просто. Ну? Там снег не хватит, ребят, снег. Я не могу я его услышать. Кого? Ой, я вот так. Да? Светло, говорю, хоть слово. Ну, ага. Там, знаешь, че, мне это... Ты че, я говорю, ее нету, говорю, это кто? А там вообще детский голос. Я говорю, дочь ее. Ну, ребята, праздничка была. Давай, Христос воскрес, нахуй. Воистину. Только достань, где суп, где... Подожди, достань, где суп, яйца. Хуй. Иди, иди, иди. Сука, где? Сетка, сейчас похуй у нее сейчас с Австралией. Есть Катя, так она сейчас, Сетка, похуй. Два раза в месяц будет денежка отправить, Сетка будет. Молодец, видишь? А ты что, Сетка, ты вообще знаешь, где твои дети, да нет? Вообще не знаешь? Установили. Установили? Где, возбестие, нет? Сейчас не найдешь. Возбестие, установили. Ладно, много не говори, тут такое разговаривать начал, блядь. Тебя не поймешь. Я шучу, хули. Давай, блядь, готовь, Таня, помогай. Дай, Таня, ты что делаешь? Ну что, все в обуви ходят, я хочу в тапках. Да босиком ходи, да и все, ебать. Ну, а, блядь? Что тебе, блядь? Носки-то белые, блядь. А у меня там есть черные, нахуй, я тебе дам носки, блядь. На них грязи хоть не видно будет. Можно по земле ходить. Так что надо это самое, краску-то? Краску? Что они там, блядь, никто не наливает? Блядь, да. Он же замерзло. Гайки, все, говорит, там еще. Иди, слышишь, нет? Тебе, ты закрой немножко окошко-то. Нет. Закрой немножко окошко. Они, блядь, опять кроссворды разгадывают, нахуй. Всем похуй ходят. Сука, это еще мой ковер-то, я привез, блядь, ёпта мать. Ну ладно, хуй. Сейчас. А ну хоть тогда сюда пакет, что ли, стелить какой-нибудь, блядь? Ну, Танька какая, блядь, сука, жестокая, блядь. Что не надо? Что не надо? Она выбить просит. Ну, я могу пакет и снить, а зачем? И снится ей пакет. А вода зачем нам? Вода только голову мыть, а это разбавляется так. Сейчас я выпью и разбавлять голову. А сидеть-то где будешь ты? Надо а что, вот стремянка, блядь. Ведерко. На каждый станет, сетка сядет. О, блядь, киса одну за другой курит, блядь. Ниху... Чем я уже? Нихуя себе киса, блядь. А, тебе йога не страшно. Дедушка тоже присунуть смешно. Хочет, нахуй, это нежки. Не, я достал, смотри, таким глазом. Даже нос встал у него. Да, да, однолюб-то я слышал, однолюб. Слышишь? Дайте мне одежки. Рыжего что только одного любишь? Ну что вы бросили-то оттуда, что вы сейчас съехали? Жарко, нахуй. Жарко, то че ее бы дадал? Блять, тут там холодно, то там жарко. Там нормально у нас. Блядь, там да? Танки 20 видел, кто за мной так вот подлежал. Да? Кто? Ну так водой это понятно, где? Ты меня спрашиваешь, да, кто там мог-то выйти? Кто? А, кто? Там что в стакане? Подлежать-то. Как его? Никто не знает. Да, выгнали нахуй, домой нахуй. Че, жу тебе прививать? Да, точно. А? Да не. Кто там приведет нахуй? Паху боится, или че? Ну все, давай, киса, накрывай стол, а мы сетку будем. Танька, ты разлаживаешь уже? Да, я сейчас буду. Дедушка, давай прибирайся пока. Нет? Сука, блядь. Обои будешь клеить? Так а вот дай, нахуй, у меня спина, нахуй, я не могу. Да сейчас киса тебе кьюбин по спине, то у тебя выпрямится, нахуй. По горбине, блядь. Киса, ну, на тебя люди просто посмотрели, что в танцах, блядь, деда за голову схватил, блядь. Я вчера-то встал, нахуй. Зачем? И пиздец пришел. Рыжий распрямил тебя, нахуй? Кого?
оставил тебя, нет, блин. Знаешь, была бы табуретка, я бы тебе предложил, да, и сел бы, парень, стоять не можешь случайно. Да тебе-то вот 40 лет, а мне 70. Да и ты скажи, недавно бомжусь, а я три года запью каждый день. Подожди, 70, а в душе-то сколько? 18? 120 нет. Вообще нахуй. А сколько? 15. Вот иди давай, тебе пить нельзя, блядь, ему не наливать. Деду не наливать, он маленький, блядь. Да, ему не наливать, нахуй. Все, дед, иди нахуй, домой, блядь. Вы одурели, блядь. Я скажи 18, нахуй. Ты говори 18, нахуй, 15 лет, блядь. Не налью тебе мужики-то, блядь. Я сам налью. Да ты, блядь, тебе 15 лет, какой нахуй, разве можно? Я сам налью. Ну-ка, че? Че, Таня, все разобразить? Ты пьетки такой, давай потом. Сейчас сетка гусят. Блондинка, нахуй. Блин, а не выпадут с двух-то этих? Да нет, где-то, чтобы прокрасить, наверное, хорошо. Ты хоть умеешь красить, нет? Ну, как не умею-то? Я 16 лет, блин, красишь. 16 лет красишься? Да. Нихуя себе, блядь. Деду 15, Таньке 16. Ты помнишь, блядь, ты маленький, ты смотришь, блядь. 16 лет. Пьешь со скольки? А? Пьешь со скольки? Пью с 18. Блять, ну главное хоть не с малолетства начала пить, блядь. С совершеннолетия. Я же в интернете. Нет, там нельзя. Ты с 15? Нет. О, блядь. О, это... блядь, обалдеть. Танька переплюнула. И что, каждый день пьешь сейчас? Не каждый день? Редко? Нет. Че это? Нахуя, говорит, каждый день. Нихуя ты, блядь. Танька понимает, Светка, нахуй. Танька, блядь. Светка поняла сразу, нахуй, с полуслова. Танька, блядь. Понимает, нахуй. Вот веса Таньки еще, блядь, 100 рублей тогда хоть зарплату Пашка не платит ей сейчас. Ладно, хоть 100 рублей дам. Нахуй, Танюшка, тебе 100 рублей тогда, блядь. Давай уже, Танюшка. Пашка, почему не платишь Танюшке зарплату? Вот Танюшка огорчается, нахуй. Больше сниматься, я не буду ее снимать, нахуй. Блин, мне силы не хватает. Так ты, блядь, пила бы в 15 лет, у тебя хватило бы, да, Сенька? Ты поздно пить начала просто, потому что силы нету нихуя. Так она с чего начала-то? Со спирта, понимаешь? Ты, Сенька, со спирта пить? Со спирта начала пить. А, ты? Да. Ты нет? Сотки? Ну, блядь, ну так, наверное, переведи нахуй. Танька нихуя все не понимает. Танька уебутся, уебутся, понимаем. Сейчас выпьет, поймать будет. Брага! Блять. Сука, ты полегче, ты можешь что-нибудь сказать, нахуй, я буду писать. Сейчас она напишет. Блять, нахуй, такие слова-то, блядь. Цирк, зачем ты такие слова тяжелые говоришь, блядь? Даже Мишке вон волосы. Нет, блядь. Самогонку? Самогонка? Светка? Брага? Блядь, что там? А одеколон? Вино. Ром. Виски. Дедушка. А. Рояль. Хуй тебе, не хлебушка. Рояль. Рояль, спирт, рояль. На, дедушка, яйцо тебе. Давай с рыжиком и ебаните яйцо об яйцо, нахуй. Давай. Только яйцами, а не яичками, блядь. Ты сейчас будете. Пошли ебанем. Кто победит? Рыжий. Да. Вовка. Бери яйцо. Яйцо, не яичко. Возьми, да, на, куда вот с дедом уебитесь, куда? Давай, да. Давай, Христос воскрес, нахуй. Христос воскрес. А как в лоб уебнем? Да все равно в лоб. Нет, да, нет. Как коки кушают. Нет, да, нет. А вот так вот. Кто победит? Состязание. О, дед проиграл, нахуй. Держи. У меня крепче. А сейчас, значит, духом я крепче. А сейчас да, яичками. Значит, вот это я плоп только нахуй. Да подожди ты. Смотрите, сейчас будет у него. Нихуя, блядь. Кисло издевается на дедушку, да? У тебя лоб надули, что это, доска на... Сороковка, ё-моё, что ты здесь? Какая сороковка? Пятидесятка? Даже больше. Нихуя, 15 лет. Ну ладно, дедушка, за это выпей тогда, блядь. Что ж у тебя? Не пьешь? А ума-то, блядь, ума-то нисколько не прибавилось, ё-моё. Нихуя себе. Пошел ты нахуй, скажи, да? Ума-то не прибавилось. У деда даже губа затряслась после этого. Все, нахуй, деда обидел. Да нет, он что-то у него горчица, друган. Ты че, Анатолич? Да? Все нормально. Конечно. Правильно, дедушка, не огорчайся на кису. Как может быть не нормально?
Никогда. Молодец. Просто убиваю нахуй, да? Нет. Давай яйцо. Киса, давай тоже, блядь, это, не достался и запас опять, блядь. Запасы, говорит, блядь, не достаешь. Почему? Таньку сегодня будешь дарить, а нет, Таньки сегодня. Все вынесли. Все вынесли. Ну как? По диацетке пизды получил. О, подожди-ка, у меня есть он дельный. То есть?